Кузьмин Виталий Викторович. Я являюсь кандидатом в члены Общественной палаты города Краснознаменска. Я являюсь многодетным отцом, являюсь спортсменом с детства, получил спортивное образование в детской школе «Динамо» по отделению футбол, город Москва. Также вхожу в правление жилищного кооператива ТСЖ «Кедр». Своей целью хотел бы поставить организацию более качественного уровня спортивных мероприятий в нашем городе, социальных программ, что считаю немаловажным. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо.